В Енисейском районе началось строительство зимних автодорог. Рабочие приступили к подготовке первого зимника. По снежной трассе протяженностью 15 километров можно будет двигаться в объезд села Озерного Енисейской деревни Верхнепашино. Маршрут предназначен для большегрузного транспорта, чтобы в зимнее время максимально разгрузить городскую дорожную сеть. В этом году строительство зимника началось позднее из-за теплой погоды. Сейчас на участке проходит только первый этап – подготовка верхнего слоя. У меня работа здесь заключается в том, чтобы протоптать от болота воду, выжать из болота, чтобы вот комки, снег все перемешать. То есть через некоторое время замерзнет оно все, и уже после меня уже пойдет тяжелая техника, чтобы она не провалилась здесь. Все зависит от погодных условий. То есть если вот сейчас у нас градусов 10-15, ну я думаю, вот данный участок, ну, неделя может, наверное, уйдет. То есть мы сейчас делаем первый этап, это промораживание. После этого, в зависимости от морозов, 2-3-4 дня. Второй этап, идем расчистка, опять промораживание. Ну и потом уже, как говорится, запускаем автотранспорт. На следующей неделе приступят к устройству еще двух зимников. От Усть-Кеми до Назимова и от города Енисейска до села Ярцево. Каждый год в Енисейском районе прокладывают около 600 километров снежных трасс.